2018 год. За популяризацию русской культуры в мире в области изобразительного искусства награжден Сергей Чобан, художник, архитектор, почетный академик Российской академии художеств. Сергей – автор более 40 построек в различных городах России, Германии, Италии, многие из которых отмечены престижными международными наградами. Дважды был куратором российского павильона на архитектурной биеннале в Венеции в 2010 и 2012 годах. Павильон России на 12-й архитектурной биеннале в Венеции в 2012 году получил первую в истории России награду на архитектурной биеннале – специальный приз жюри.